Впервые Тото Кутуньо рассказывает о своей страшной болезни. Как легендарный певец борется с раком? Нужно регулярно сдавать анализы. Правда ли, что в России Хью Джекмана ждет молодая любовница? Неожиданное заявление звезды Голливуда. Где надо как-то решать семейные проблемы? И зачем Наталья Водянова вернулась в Россию? Неужели она останется здесь навсегда? Конечно, конечно. В Москве легенда итальянской музыки, знаменитый на весь мир певец Тото Кутуньо. Его ждали в России с замиранием сердца. Выступление Кутуньо отменяли дважды. Сначала певец сломал ногу. Вы все знаете, но в этом году ничего у меня не сломано. А через месяц у звезды итальянской эстрады обнаружили рак. Я не люблю говорить о своей болезни. Сейчас мне хорошо. Тото Кутуньо признается, он перенес сложную операцию и прошел курс химиотерапии в одной из лучших итальянских клиник. И верит, что победил болезнь. Я дам один полезный совет для ваших телезрителей. Мужчин и женщин. Нужно регулярно сдавать анализы, чтобы избежать серьезных проблем. Несмотря на запреты врачей, Тото Кутуньо продолжает курить. Отказывается сидеть на диете и по-прежнему любит выпить. Водку я первый раз попробовал в России. Я ее кладу в холодильник и потом пью холодной. В свои 67 лет Тото Кутуньо по-прежнему сводит с ума миллионы русских женщин. И утверждает, что это взаимно. Именно женщины помогают певцу забыть о страшной болезни. Женщина моя.